Так, ну что ж, ребята, суп готов, уважаемые подписчики. Так, в общем, все, 15 минут после кипения. Еще чуть-чуть поварился. Это минут 5-10 минут после кипения. Ну, где-то 15 минут так и вышло. 15-20 минут. В общем, такой вот получился суп. В общем, запах вообще обалденный. Парит. Ну, такой вот супчик. Так что всем приятного. В общем, вот такой вот тарелочки получился. Красота. Бульончик. Так, получается у нас тушенка. Ну, вот сначала вода, картошка мелко нарезанная. Тушенка, супчик, пачковые листья, свеклы, лук. Зеленый замороженный также. Это все замороженный укроп. Добавил и все. В принципе, соль по вкусу. В общем, вот такой вот получился быстрый суп. 15-20 минут приготовления. Все вот как бы и нормально. В общем, очень классный. Очень вкусный. Ребята, советую быстро. Даже вот очень быстро его, если кто хочет кушать, например, и у кого времени нету. Такой летний супчик получился. Так что давайте, всем приятного, всем пока, увидимся.